Кто-то, я не вижу, меня оператор расстреливает, но в последний момент Никита Васильев принимает шайбу на себя. Выбрасывают киевляне шайбу из своей зоны. Напомню, они играют сейчас вчетвером. Идет, я думаю, где-то, наверное, минута 14-го, 3-го периода. Трибуна, трибуна, творится что-то, что-то неимоверное. Местные болельщики, харьковчане. Бабинец. Неверов, Неверов. Неудачно принял. Харьковчане, Сокол в полном составе. Панасенко, Панасенко вбрасывает. Харьков хочет отыграться. Он бросает все силы, оголяет тылы. Очень быстро сейчас играет и самоотверженно харьковчане. Но понятно, они проигрывают 2-7. Шишкин, Шишкин, обыгрывает одного, второго. Разворачивается. 22 номер. Шайба и потеря. Это был Панасенко Олег. Кстати, я думаю, что есть игроки, номера на официальном сайте ФХУ. Ну, Харьков рвется. Блин, я не знаю, слышно ли меня, но трибун. Балабан отбивает. Добивание. Устремляется три харьковчанина. Никита Васильева смещает. Контратака. 39 номер киевского Сокола. Слюсарь Игорь. Подальше. Все, игра переместилась только в зону проброс. Харькова. Напомню, киевляне только сегодня приехали. Долинин у них на льду. 19 номер. Мельников Алексей. Девятый Алексюк Валентин. Четвертый Свиридов. И 50-й Никита Васильев. Именно его Александр Секунд видит из молодых. Бросок. Балабан выручает. Харьков продолжает владеть шайбой, отыгрывается свою зону, смотрит, кому отдать, игрок харьковского клуба. И Алексюк перехват, и неудачно. И 24 номер набирает ход, замах. Ну, ну, боже, шайба лежала на линии, никто, толчок. 21 номер не переправляет. И выбрасывает харьковчане из зоны. Дмитрий Балабан не выходит. Раньше успевает защитник Сокола. Перепасовка. Пастух забирает шайбу. И начинают Никита Васильев. Пастух. Пас на Дмитрия Исаенко. Исаенко на Слюсаря. Слюсарь. Пастух. Пастух. Великолепный гол! Гол! Дмитрий Исаенко делает дубль и хоронит свой родной клуб. 4-3. Посмотрите, сколько радости. И все. Финальная сирена. 4-3. И Сокол. А не это. Что такое произошло? Что-то болельщики, игроки Сокола подняли все клюшки. Наверное, это я что-то не так понял. И бросок. 17 номер. Бросал этот